Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Сегодня у нас четвертый тур нашего чемпионата. Это, можно сказать, 128-я финала. И тут у нас осталось последние 64 машинки. И прежде начала я хочу познакомить с нашими сегодняшними героями. Кто у нас сегодня герой, Санька? Самые прикольные машинки сегодня. 4 их. Покажи-ка. Санька, ну ты говори про них. Мотоцикл, шила, шторка. И еще один. Вот повеселее. Пропер-чопер. И вертолетик будем его называть. Они у нас сегодня, думаю, ни один из них не выиграет чемпионат. Ну, если они вдвоем не выиграют. Вообще не проедет. Это шила вообще не проедет. Первых двух я беру. Это у нас бык. А давай буду смотреть. Я не буду выбирать, я буду смотреть. Тогда давай на ту сторону, раз ты не будешь. Ты не хочешь? Или... А я тут. Ну ладно. Против скорпиона. Бык или скорпион? Так, вот Конечно, скорпион. Хотя у него колеса тоже кривые. И он уехал в кучу, выиграл бык. Бык победил. Нет. Бык победил. Ну, давай еще раз. Кто тут был? А бык? А бык вот. А бык сюда доехал только. Вот и сейчас. Санька, тогда победил бык. Дальше. Следующие двое. О, первый бой. Это Шила. Или из... Как его там? Из Стражи Галактики 2. Самолет против... Этого, Лосяша. Это вот эта смешная битва. Угу. Шила вообще не поедет. Хотя Лосяш слабый тоже. Да ладно, Лосяш его. Лосяш? Да. И теперь Шила. Вообще не проедет. Это рекорд. Лосяш, конечно. Дальше, следующий двое. Это у нас Трандашник против... О, Саша, это ты. 2018 года. Вот это да, такой сильный игрок. Кто-то один из них проиграет. 2018 Сашок. Нет, они столкнулись, поэтому заново. На этот раз Сашок первый. Александр. 2018 года. Но он тоже не хуже этого игрока. И выигрывает Саша. Мы так обидны. Саша тоже. Знаешь что? Что? Саша тоже не хуже этого. Угу. Мы так обидно прощаемся с нашим хорошим игроком. Но на турнире победитель только один. И второе место, и третье только одно. О, дальше у нас Hot Wheels. Из Киндера против пистолетика. Тут такие уже остались, которые 4 вот плохо едут, из Киндера несколько, пистолетик победил, из Киндера несколько штук, несколько вообще не Hot Wheels, слабых. Давай дальше. Есть еще и сильные были Hot Wheels. Ну, фингал. Это из магазина. Магазина. О, кажется, я понял, кого я взял. О, это я как вот его, Саша? Я вот это видел в магазине. Саша, да у нас же сейчас не... Она тяжелая. Как его? Уже скажи. Ладно, вертолетик или пропер-чопер против стартера. Да. Стартер точно. Он едет, ну, недалеко вообще. Пропер-чопер. Спустится ли он хотя бы до середины? Пробуем задом его запустить или боком. Давай. Пропер-чопер, ты сможешь его догнать еще? Все, пропер-чопер не смог его догнать. Дальше, следующие двое. Фингал против брата. Фингал. Опять вот два сильных игрока. Фингал сильнее. Фингал сильнее. Мне кажется, или он дальше этого. Давай, бери.
Спасибо. Дальше. Серебрика проехал. Серебрик меньше проехал. Ой, давай побыстрее как-нибудь. Следующие двое. У нас брат. Многополосник. Брат многополосника против полосатик. О, полосатик, давай. Полосатик, полосатик. Вот опять сильный сталкивался. Что такое? Полосатик, ты сможешь его? Нет, уже нет. Санька, нам нужно экономить время. Дальше, следующие двое. У нас будка против... О, нет, бриллиантика. Будка... Я за бриллиантика. Лови бриллиантика. Лови. Бриллиантик, он красивый. И сильный. Думаю, он дойдет хотя бы до восьмой финала. Помнишь, он был в этой? Да. Славаки. Да. Дальше. Черничка против каркарки. Черничка. Ну все, думаю, тут уже понятно, кто выиграл. Каркарыч. И выигрывает Каркарыч. Твоя любимая проиграла. Давай следующие двое. Давай. Аэропорт. Аэропорт или заводчик против этого тяжеленького. Нет, ты куда? Я вот это видел. Это бой. Я хотела его. Я тоже. Дальше следующие двое. У нас это грузовичок против оранжевенького. Оранжевенький, наверное. Грузовичок, давай. Или как тебе по-другому? Ха. Ну, мы тебя всегда грузовичок называли. Точнее, его. Что-то я с ним начала разговаривать. Нет, грузовичок проиграл. Я говорила оранжевый сильнее. Ну, это обидно, конечно. Ты не помнишь, что у нас фургончик играл? Ты не помнишь, чтоб он играл? Ну ладно, ничего. А он не играл. Нет, мама играл. На втором туре. О, герой мотоцикл наш против пламя. Пламя, давай. Да. Я не знал, что он даже так ездит. Давай. О, приехал хотя бы этот период. А мы до этого в магазине купили. Ну, он не очень такой. Мой тоже Виктория. Дальше, следующие двое. У нас это Никита против Бараша. Никита победит, наверное. Бараша. Да. Бараш. Никита, давай. Я хочу встретиться с Сашей в финале. Ты куда уехал? Нет. Она вообще что-то так медленно едет. Да. Следующее. У нас, как я и обещал, Помидорик против... О, нет, Моторика. Лучшие друзья по игре. Ну, Помидорик очень далеко проедет, конечно. Я его остановил еще раз, перезапуск. Ну, все равно Помидорик проиграл, а Моторик победил. У них даже имена похожие. Ну, турнир он не выиграет. Дальше красный какой-то против синего какого-то. Слабак. Тебе тоже синий понравился? Нет, мне наоборот он не понравился. Нельзя его уже сдать. Ну, конечно, даже 100 лет назад было. Произошло. Ну, года 2 назад. О, фиалка против барабанщика. Почему фиалка? Почему самые хорошие всегда самыми хорошими? Фиалка. Барабанщик. Да, барабанщик. А барабанщика просто. Следующее. У нас двое. Это... Опа-на. Как его? Никто. Облачко против Ламборджини. Кто это? Мармелад или ирис? Ирис. Ирис?
Ирис. Ирис. Плохой запуск. И дальше соскальзывает. Давай! Да, Ирис выиграл. Ирис выиграл тоже. Пиранья. О, пиранья еще будет у нас. О, дальше у нас красная какая-то купилась не очень хорошая против тачки. Он у нас игрок оказался, ну, лишний, потому что... О, он даже победил! Ну, если что, мы его заменим фургончиком, если найдем. Фургончик же у нас не играл. Мы забыли он его. Он играл. Фургончик? Да. Не, я вспомнил, он не играл тоже. Если что, может быть, вот почему он его не хватал, он экстренно появился. Дальше у нас играют... Вот это антикрыло он против паука. Котом. Чего? Котиком. Котом. Я тебя не понимаю. Котом он. С каким котом? Санька. Ну говори понятно. Он с номером. С кодом. С кодом. Вот это вот, да. Да что такое они врезаются? И выиграл все-таки. Антикрыло. Ура! Дальше. Дальше. Полоса против нового злодея. Санька, давай не будем говорить не по теме. Я терпел. Теперь больше не буду терпеть. Ого. Вот это да, полоса. Давай. Ладно, быстро проехал. Следующий двое. О, опять не Hot Wheels против Изумрудика. Изумрудик сильный. Думаешь, обгонит? Еле как Изумрудик обогнал. Дальше. О, сильный. Пиранья против синего. Ой, зеленого. Они, оказывается, из одного набора. Да, выбираю уже следующих. Следующих игроков уже выбирай, Санька. Пиранья уехала в бок. Кто там? Нет. Не надо же учить. Это смешной бой. А, маляшка против синего. Красиво. Маляшка, что-то. Дальше. Следующий. Ультра-турбо против сюрприза или салюта, как его, по-другому. Да. Салют. Салют? Нормальный. Сильный. Давай его сюда. Он сильный. Правда, он хрупкий. Тут у нас серебрик. Нет, он не хрупкий. Серебрик уже играл. Он играл, стал хуже последнее время. Вот так вот играл. Нет, под забор. Он стал хуже. Играть? Да. Ну, не знаю. Ну все, давай я дальше. Я думаю, в девятый он проиграет. Чего? В девятый что? Дальше. В девятый финала? Пятнышко против Савуни. Нет, нет девятого финала. Есть. Чего? Турнира. Во-первых, турнир один. Это вот этот вот турнир. Во-вторых, это туров. Это туров. 10. Ну, во-вторых, туров 8. А в-третьих, сейчас играют пила против, не помню кого там, против батарейки. Тут будет все быстро. Батарейка. Лови пилу, когда он не доедет. Все, пила уже победил. А в-третьих, а в-четвертых, бывает только вторая финала, ну, это... Полуфинал, четверть, восьмая, шестнадцатая и так далее. 24-й арт против реактивника. Лови, давай. Молодец, 24-й арт выиграл. Дальше. У нас крош 3, нет, 2 против молнии Маквина. А он тоже нормальный. И, конечно, он выиграл.
Так, последние бои. Эй, что это такое? Нечетное количество Hot Wheels осталось. 9. Нет. Ладно. Сейчас мы сыграем с некоторыми. Так, дальше. Финн МакМиссел против Слива. Финн МакМиссел. Слива. Давай. Слива. Победил он там или нет? Что? Не делай сильных рывков. Слива победила. Есть. Так, какая машинка останется, но я не знаю. Потом посчитаю все. Посмотрим, что с ней делать. Я какую-то лишнюю не досчитал. Так, дальше красная против Каркарыча. Или просто синего. Самый смешной бой выиграл. Вот этих... И синий выиграл. Да вот этих самых смешных возьмешь. О, не знаю. Нет! Стрела против зеленого. Стрела. Зеленый. Давай. И стерка у нас остается пока. Неизвестно, куда она пойдет. У нас много было прикольных моментов, может быть, 10 за эти игры. Так, сейчас отойди туда, чтобы ты тут не танцевал, как в прошлый раз. И сейчас я покажу победителей. Маляшка, Савунья, Салют или Сюрприз, Пила, Изумрудик, Ламборджини и Рис, Брат Многополосника, Зеленыш, нет, Зеленыш, это просто какой-то фургон зеленый, Фиалка, Каркарыч, Полоса, Стрела, Крош-2, Слива, 24-й Аурс, так, они поглубже уже там. Не Hot Wheels из тачек какая-то. Синяя. Так, это у нас антикрыло. Как я совсем не удивлен, моторик. Пламя. Аэропод или заводчик. А он разве победил? А, да, он еле как победил. Бараш. Изумрудик? Да. А, да. Фингал. Ой. Какой-то там оранжевый, у которого тоже есть брат. Пистолетик, который тоже какой-то слабоватый. Так, как я не удивлен вообще, бриллиантик у нас победил. Далеко они там уже. Так его. Двигатель и реактивник стартер. Стартер, бык, и там еще закопались несколько. Так, нет там больше никого? Нет, больше никого нет. Саша. Этот. Лосяш и еще какая-то, ну, Каркарыч второй. И может быть он. Я не знаю, победил он или проиграл. Мы его попробуем найти соперника. Итак, всем спасибо за просмотр. 128-я финала окончена. Осталась ровно половина турнира. Ждите новой битвы. Я вам объявлю, победил он или проиграл, или будет дополнительная битва. Итак, всем пока.